В Гродно проходит неделя детской и юношеской книги. Это ежегодный праздник, который отмечают в каждом городе и населенном пункте Беларуси. Неделю традиционно проводят на весенних каникулах. Уникальность ее в том, что на 7 дней библиотека становится центром важных событий, происходящих в мире книги и читателям, причем каждый день имеет свою тематику. Неделя детской книги – это возможность лично познакомиться с писателями, поучаствовать в квестах и викторинах, открыть для себя новые произведения. Программа разработана для каждого детского возраста отдельно. В библиотеке в филиале номер 3 неделю детской и юношеской книги открыли кукольным днем. В гости к ней приехали ученики Луцковлянской средней школы. Дети посетили мини-музей «Кукольный дом», в котором представлены работы мастеров клуба «Гродненская кукла». Увидеть там можно персонажей из сказок и других литературных произведений. Гости участвовали в квесте, где могли проверить, как хорошо они знают сказки разных стран. Также дети узнали о том, для чего наши предки создавали кукол, посмотрели видеоролик по произведениям Корнея Чуковского и ознакомились с книжными новинками в библиотеке. Основной посыл нашего сегодняшнего мероприятия – это кукла в культуре белорусского народа и других славянских народов. Кукла-оберег издревле считалась защитницей, были игровые куклы, были обрядовые. Именно об этом мы сегодня хотим рассказать тоже нашим детям в рамках праздника «Неделя детской и юношеской книги». Через книгу, через куклу, через традиции наших предков мы хотим привлечь наших детей в библиотеку, сделать для них праздник. Международный день детской книги отмечают ежегодно с 1967 года. Важен он не только для юных читателей, но и для взрослых, чтобы еще раз напомнить им о том, как важно знакомить детей с хорошими книгами, воспитывающими в них доброту, милосердие, а также любовь к родным и близким.